Mr. President, relations between the UK and отношения между Великобританией и России в результате украинских событий значительно ухудшились на той неделе. Кэмерон сообщил, что Британии нужно готовиться к тому, что отношения с Россией перейдут в новое худшее качество. Он поддержал санкции, направил военные самолеты в Балтийский регион, а принц Чарльз на прошлой неделе по некоторым сообщениям сравнил вас с Гитлером. Как вы могли бы это прокомментировать? Значит, в таких случаях я вспоминаю одно хорошее выражение. Ты сердишься, значит, ты не прав. Передайте это и премьер-министру, и принцу Чарльзу. Он неоднократно бывал в нашей стране. Я не слышал этого выражения. Если это так, то это, конечно, неприемлемо. Я думаю, что он и сам об этом понимает. Он воспитанный человек. Я знакомый с ним и с членами королевской семьи. Это не королевское поведение. Но мы за предыдущие годы, и я лично, ко всему привык. И я в своей работе буду руководствоваться не тем, что и кто обо мне говорит, а, как я уже здесь подчеркнул, интересами российского народа. Надеюсь, что наши коллеги, в том числе Великобритания, это будут иметь в виду, так же, как и то, что мы первостепенное значение при решении всех споров уделяли и будем в будущем уделять нормам, основополагающим нормам международного права. Только опираясь на них и единообразно их понимая, мы сможем решать спорный вопрос. Ну а что касается практических дел, я думаю, что если наши партнеры в Великобритании будут так же, как и я, руководствоваться национальными интересами, а не какими-то другими соображениями, то все это достаточно быстро пройдет, и мы продолжим сотрудничество так, как это было в предыдущее время, а может быть даже и выйдем на какие-то новые рубежи и будем думать о том, что нам делать в будущем для того, чтобы эффективно работать вместе. Владимир Владимирович, мы выполнили программу минимум, то есть мы обещали всем нашим коллегам, что программа максимум, нам еще поужинать, так я понимаю. Поэтому мы можем попросить камеры прекратить работать и для начала подать нам шампанское. Мы вот с Цзиньпинем мы Маутай пьем, но здесь вот, чтобы сделать приятное, единственное даме. Это была прямая трансляция из Стрельной. Там прошла встреча президента Владимира Путина с руководителями мировых информационных агентств.